так. Ну что ж, поехали, посмотрим, что же нас ждет в продолжении. Первого босса я замочил, но, к сожалению, первый босс и вообще все, что связано с игрой, было не так круто, потому что, ну, мой компьютер был немножко слабоват для игры, так что сейчас... А, Якудза... А что у нас тут есть здесь? Ага, Hat and Time, Якудза Metro, Seal and Deal, Official Merchandise, Soundtrack и Beside Soundtrack. Ну, круто, можно будет потом, если вдруг что, купить, наверное. Ладно, давай попробуем посмотреть, что и как. Сегодня я вот такой мужик, просто мне неохота на самом деле заморачиваться с этим, с темой этого, с темой хромакея, я поэтому заморочился и сделал вот такого мужика, который будет за мной разговаривать и вообще пытаться открывать рот вместе со мной. Насколько это четко получится, увидим после. Ладно, пока вроде нормально, и игра громко, и все остальное тоже громко. Да, вторая часть, то есть это, да, глава вторая, там что-то с этими, с чуваками, которых зовут... Короче, у нас тут что-то с кино. Давай посмотрим. Я думал, я это не увижу, но нет. В общем, это студия кино очень... слишком большая для нас обоих, DJ Grooves. Кино должны делать настоящие птицы. Твои пингвины... Твои лунные пингвины слишком много шума делают. Вообще они шумные. Я, в общем, короче, когда что-то хочу там с... В общем, когда я нахожусь на семенах птиц, я потом пойду посещу своих внуков. Nonsense, darling, nonsense. О, ну это нонсенс, дорогой, нонсенс. You Owl Express birds are just gonna record another boring train-related western. You've done so for the last 10 years, darling. Чё ты говоришь? Ты говоришь, что экспресс, твой экспресс, птичий экспресс, совинно-птичий экспресс собирается записать еще одну скучную рельсово-направленный вестерн? А, ты собираешься делать его для... Ты собирался делать его последние 10 лет, дорогой. Сейчас, момент, ребятки, момент. Надо кое-что сделать. Окей. Так, глаза сану мои не видно, так что... Я не... Что? Нет! Ты... Бафун. Кондуктор, дорогой, этот год будет выигрышным для нас, потому что мы получим премию птичек, кинопремию птичек, как у нас готовы новые хреновины для кино. Вот эти прекрасные блестящие штучки упали прямо с неба. Они будут освещать наши наборы для кино и наполнять их блестяшками. Да ладно! Ты что, серьезно? Ну, в общем, в этот раз мы также наполним наше кино вот такими крутыми штучками. Hourglass thingies will be the grand jewel in our train heist western. Ну, в общем, эти тоже песочные часы будут нашим великолепным алмазом в нашем поездном ограблении, в вестерне поездного ограбления. Такие, опа. What the what? Что? You no good. Ах ты сволочь, ты скопировал это наше все. Never, я бы никогда, дорогой. Если честно, что-то ты один из тех, кто получает вдохновение в моих светящихся штучках. Oh,
with ya! I've got a movie to record! В общем, короче, давай, вали отсюда, у меня фильм готовится к записи. Fine by me, darling. But we'll be the ones who win the annual Bird Movie Award. Mark my word. Хорошо, дорогой, но что-то... А, ну мы будем теми, кто выиграет эту награду. Запомни мое слово. И типа я ухожу. Ну ладно, окей, уходи. Прикольно. Ooh, yeah. О, да! Let's see how well you do when you can't get into the reception. Давай посмотрим, как ты сможешь проникнуть сюда, если ты не сможешь, типа, пройти на ресепшн. Ну ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, подождите, шоттинг-пик... Закрываем этих чуваков внутри, мы заставим их работать сильнее. All right, time to go, Owls. Let's make our killer movie. Так, ну ладно, чуваки. Давайте сделаем наше крутое кино. And our receptionist, can you please close off that vent already? I don't want the smell of penguin to come anywhere near my crew. Короче, и рецепционист, пожалуйста, закрой, черт твоей матери, эту вентиляционную трубу. Оттуда несет запах пингвинов. Ну ладно, что дальше? Посмотрим. Странно, микрофон почему-то, как будто вот, я даже не говорю, а он что-то принимает. Очень чуткий микрофон. Ладно. Девочка пошла. Так, и чё у нас здесь? Да, я помню, они не живые. Badges are totally in right now. That's what I've been told to say. So make a purchase, please. Короче, она что-то говорит про эти, ну, бэджики, про значки. Они очень-очень важны, так что сделай покупку. А-а-а. О, япона мать. Bye-bye. Ладно, извини, чувачок. А ты что тут делаешь? I don't really get this feud between the conductor and DJ Grooves. Я, в общем, не понимаю, почему, короче, кондуктор и DJ Grooves так like, why does a train operator спорят. And a disco guy wanna compete? We're all birds here, right? Shouldn't we cooperate? Короче, почему это интересный оператор поезда и диско-парень так сражаются друг с другом? Они же птицы. Они могли бы работать вместе. Я не знаю, я думаю, что это как-то глупо. Надеюсь. Ну, просто игнорируй меня. Ладно. Я понял. С ними со всеми можно побеседовать. А тут что? О! Шикарно! Прикольно. Hey, little girl, you should join our DJ Grooves fan club. You get a membership card and everything. It's a real good deal for any movie-going bird. В общем, маленькая девочка, ты должна присоединиться к нашему фан-клубу DJ Grooves. Ты получишь карточку членства и все. Это действительно хорошее предложение. Ладно, я понял. А, ну ты you тоже. See my fingers here? You see how they're snapping? That is the universal bird sign for beat it. Класс. Ты видишь мои пальцы? Ты видишь, как они щелкают? Так делает птичка для бита. My fingers have taken a liking to you. Look at them go. Snap, snap, snap. You catch my drift? О, смотри, мои пальцы, короче. Кажется, ты им нравишься. Смотри, как они трещат. Ладно, а это что? I wanted to ask this reception guy a question, but he hasn't acknowledged me at all. А-а-а, типа я хотел задать парню на ресепшене вопрос, но он, кажется, что-то не может ничего мне ответить. I've been standing here for so long, it'd be awkward to start up a conversation. В общем, я здесь стою очень долго и очень странно начинать I really suck at interacting разговор. With other birds. Я очень не люблю. This, я понял. Really так, да.
А, мне туда запрыгнуть не получится, а вот сюда. А я спряталась. А ты чё? Ну ладно. Yeah, sorry. The conductor has said only birds are allowed past here. And he specifically said no penguins of any kind. Ну короче, понятно. Кондуктор сказал, что типа только птицы могут пройти сюда, и особенно никакие пингвины не пройдут. No idea why. I'm just a passenger. Ладно. Так и быть, я здесь останусь. Так. А, ну я понял. Мне нужно он в то место забраться. Я понял. Ладно. Полезли. Ух ты ж, а как туда-то попасть? А, вот так. Ай, нет, девочка, не падай. Ладно. О, прекрасно. Треспассинг. Чё, блин? Так, секунду, а у нас тут что-нибудь еще есть? Мне же надо все собрать, то, что здесь есть. Я так по-другому не могу. Нет, на самом деле, блин, здорово. То есть, если вдруг вот такие вот игры, то их можно играть, ну, на этом. На моем любимом, короче, джойстике, геймпаде. Ладно, я полез туда. О, шикарно. А вот они, часики. Да, да, детка. Потанцуем. Посмотрим, что вы умеете. Так, ладно. А-а-а! Хрена себе! 100 тысяч мне! Минус. Да вы чё, прикалываетесь, что ли? А, вот оно чё. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не-не-не. Я, кажется, не туда улетел. Блин, у меня жизни кончаются. Чёрт. Сейчас, а куда мне надо попасть? Мне кажется, куда-то наверх. Ладно. О! Так, а чё? Ага, тут у нас тоже снимают. Блин, мне надо вон ту тему забрать. Отлично. Аккуратно, не свалиться. Так, а куда нам надо, блин? Слушай, я не знаю, куда нам надо. Мне нужно понять, куда я приехал и что мне сделать надо. Вопрос интересный, а чё? Так, да. Сейчас. Слушай, мне такое ощущение, что мне надо наверх забраться. Ладно, давай попробуем. Не-не-не, туда что-то не получается. Ну-ка. А, не, получилось, надо же. Ай, тихо-тихо, девочка, не падай. Ха-ха-ха-ха, отлично, я забрал что-то. А, круто. А, ну да, это то самое. Так. Вопрос, а дальше-то никуда? Блин, я бы хотел понять, куда мне дальше, но я не знаю. Вопрос интересный. Я здесь я сюда попал. А куда же мне попасть дальше надо? Давай. Так, ну они все смотрят вот в ту сторону. Ага.
Если я его ударю, мне кажется... А, вон, внизу. Отлично. Все, я нашел. Благо, тут есть алмазы, которые подсказывают, куда идти, что делать. Ага. Ой, нет. Тихо. А вот тут надо аккуратно. Быстро. Ну, побежали дальше. Assault on Cactus. Ух, япона, мать, они тут ходят прям хорошо. Давай-ка. Ладно. Ну, я прошел. Ой. Ой. Это я зря сделал. Верните назад. Тут вон что еще есть. Так. Так. Сейчас. А вот это интересно, конечно. Так, а что там? О, там тоже что-то спрятано. Блин, а как туда попасть? Чуваки, я не знаю, как туда попасть. Ну-ка. Ой, тихо. Девочка. Ты молодец. Вот еще один. Я помню, это эти штуковины, как их называются они. Блин, а как? Тихо. Ага. А туда я смогу забраться, нет? Нет, на крышу уже, к сожалению, забраться не получится. Ладно. Так, где-то здесь я должен... Ага. Блин, а вот туда бы как-то попасть. Вопрос только как? Эта штука не работает? А туда вниз я упаду, это опасно. Я помню. Тихо, девочка, нельзя быть слишком. Ага. А, то есть они хотят, чтобы я взял и каким-то образом быстро успел среагировать. Сейчас. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Харассмент, блин. Фига себе, тут красота творится. Там чуваки ходят. Так, а здесь что-нибудь есть? О, слушай. А тут можно прогуляться. Так. Ладно. Ладно, я понял. Теперь тут нужно, блин, аккуратно вон туда пройти. А там-то можно что-то найти, нет? О! А, это как раз тот самый. Ладно. Сейчас глянем, что этот чувак делает, куда он. Блин, они как-то так неудобно ходят. Сейчас, момент. А, там сердечко. Блин, сердечко и чуваков трое. Не, ребята, я туда не полезу, там слишком... Ай, тихо, не упади. Вот лучше здесь где-нибудь прогуляться. Ну тут тоже страшно, тут смотри, как они ходят. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да. Пингвин харассмент мне еще зачислили. Блин, ну не, ребята, это сложно. А как я должен туда попасть-то? Блин, они так ходят неудобно. А ходили бы они одинаково? Сейчас, надо посмотреть, как тут второй ходит.
А, он обратно возвращается. Ладно. Так, сейчас, момент. Побежали. Так. А, ага. Так, и куда мне надо? Так, 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 сейчас. Где-нибудь встанем, чтобы понять, что нам дальше надо сделать. Этот чувак только так ходит, слава богу, его хоть может не бояться. Так, момент. Сейчас. Слушай, а что, как-то туда, что ли, надо забраться? А, я, кажется, понял. Ага. Destruction of property. Уничтожение имущества. Ну, окей. Тут акшон. А я тем временем взял еще одну. Подожди, подожди, подожди. Что-то такое ощущение, что я здесь был. А может и нет. Ну ладно. Там внизу чувак. Я вижу. Ну-ка, сейчас, подожди, а можно как-нибудь? Сейчас осмотрим. Нет, не получается. А, вот, вижу. Ага. Сейчас. Так, тихо. Дабы нас не было видно. Ага. Отлично. Я сныкался. Блин, как неудобно. Она постоянно приходит к тебе, и ты вот как-то ее даже отдалить не можешь нормально. Так, ладно. Черт, а что, надо ударить и потом бежать сразу? Я вроде не знаю, я не туда же я пришел. Ладно, ребятки, сейчас посмотрим. У меня двойной прыжок есть. Я умею много всякого. Сейчас, девочки и мальчики, я что-нибудь сделаю. Что-нибудь хорошее. А может, не очень хорошее, но обязательно сделаю. Так, секунду, значит, он вот так поворачивается. Так. А, ну отлично. Ой, ёлки, что-то слишком быстро. А. О, я сердечко вижу. Ну вообще шикарно, конечно. Блин, а там тоже что-то крутое. Сейчас. А, он просто танцует, его можно... По стене, главное, я умею забираться. Так, сейчас. Сейчас, момент. Немножко надо камеру отдалить, а то она слишком близко. Вот тут, да. Вот так удобно. Вот так хорошо. Камера хотя бы смотрит куда надо. Так. Ой, там электричество. Отлично. А, я понял. Прекрасно. Бегом. Молодцом, чувак. То есть, вернее, чувиха, конечно же. Ладно, посмотрим, как это зайдет вообще, как это... Блин, я что-то там еще, короче, сколько это бабла у меня еще отняли вообще. Ну, слушайте, ну это прям вообще некрасиво. То есть, бабло улетает само по себе. Ой, секунду, да.
Ой-ой-ой. Тут надо как-то, блин, аккуратно. Так, отлично. Я, блин, все, по-моему, забрал. Все, что можно. О! А, ну прекрасно. Так. И чё? Не понял. Так, я чёрт не понял. Мне чё, туда как-то надо попасть? А как? О! Девочка прям этот, как он называется. Прям шпион, слушай, ее не видать. Ладно, мне со мной это на все. Блин, ну так нечестно, люди, она так... Она когда подходит к краю, ее, блин, это... Ладно. Нет, туда не забраться. Туда не забраться. Это вот сюда забраться. Отлично. Так, ну слушайте. А там у нас два чувака стоят. Мешают пройти. Вопрос. О, замечательно. Ну ладно. Давай попробуем понять, как туда пройти. Пока не очень понятно. А, все, да. Меня ловят. О, еще 100 тысяч с меня решили снять. Сейчас. А, да, мы же вон как умеем. Ладно. Ой, 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 ой. Чувак, ты слишком... Ладно. А, нет. Надо было не так. Сваливаем пока отсюда. А то этот мелкий пингвин меня увидит, и все, и мне каранты будут просто сразу. Ладно, давай, 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 давай. Вот так. Так, и чё, куда? Блин, опять вот этот непонятный хрен. Ладно, я понял. Ждем, когда он сюда придет, чтобы я мог пройти. Он, видишь, как смотрит. Не особо-то и страшно. То есть мы вот так раз и пошли и прошли. А дальше прыжки. Тудыш, тудыш. О, красная дорожка. Я пришел к финишу, похоже. О, отлично. Прекрасно. Ослепительно. Этот трофей — это все, что я, типа, о чем я мечтал. На полочке в моей комнате. Конечно, это большой трофей — это всего лишь реплика пластиковая, но настоящий трофей намного очень маленький. Кого я сейчас вижу, это действительно реальная, типа, красота. Невинная душа с сердцем из золота. О да, о да, о да, детка. Немножко улыбаться я умею. Да, да, я умею улыбаться. Шевелить губами тоже умею. Ну, это, по-моему, правда. Не очень он реагирует, но ладно. О, нет, это всего лишь маленькая девочка. Привет. А, ты не пингвин. Это хорошо. Я могу использовать какую-то непингвиновую компанию здесь. Все мои пингвины очень плохие актеры. В общем, здесь бизнес. Мне нужна помощь. Очень плохо, короче, у меня все
не очень хорошо, но я хочу выиграть. No doubt, I absolutely must have you as the star. Короче, я полностью должен быть звездой, и я буду звездой, так что давай, помогай мне с этим. А, ну отлично. Давай, нам нужен твой паспорт. Встань сюда. Most important part of a passport is the picture, darling. You have to look flashy and stunning. Короче, самое важное у паспорта – это картиночка. Так что встань и улыбайся, и мы сделаем картинку. Okay, put on a smile and stand still, please. Don't move. Ну давай, давай, улыбайся и, в общем, не двигайся. Поняла меня? Отлично. И чё? Let's see how the picture turned out. Да, посмотрим, как получилась картинка. Что? Darling, you moved. The picture is ruined. How? Ты двинулась, девочка, все испортилось. Ну, мы можем испарить это все с помощью нашего супер-пупер штучки типа фотошопа. Ладно, короче, давай. О-хо-хо! Ребятки, я могу подрисовать тут что-нибудь. Класс. Мне нравится. Сейчас мы сделаем тут что-нибудь. Так, секунду. О. Черт. Не, ну я не понял. Мы... А, вот, да. Сейчас. Нам надо немножко подрисовать здесь. Блин, ладно. Сейчас. Я, конечно, молодец. Я не... Но рисовать помню. Давайте. О-о-о! Вот такие вот две. Прикольно, ребятки, прикольно. Вот так и будем выглядеть. Отлично, у нас есть паспорт, мы молодцы. Oh, just wonderful. Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star. Короче, встреться со мной завтра, и я сделаю тебя звездой. Ну чё, прекрасно. Hey, what you think you're doing? О, круто. Что ты здесь делаешь? Oh, you can't just jump in and fiddle with the annual bird. Короче, ты не можешь так просто впрыгнуть и... Hey everyone, we've got a... Это Фрод! Where are my owl guards at? Короче, где моя охрана? Давай, 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 я понял. Ты в большой беде. Если ты помогаешь этому диджею Грузию получить награду... Я не могу отправить тебя в тюрьму. Впрочем, там... You're got to be the star of my movies too. А, ну, в общем, ты будешь звездой. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. Короче, ладно. Прекрасно. Возьми эту штуку и принеси завтра ее ко мне. Ну, вообще, я ее заберу себе, наверное. Потому что, как говорится, я обязан это сделать. Это же моя штука. Я же ею владею. А не ты. Понял, чувак? Так что все окей. Все нормально. Давай, давай, давай. О, это плохо. Ой, у нас какой-то котик. Так, окей, окей, окей. Это что? А, это просто так повеселиться. Ладно, пошли отсюда. Ага. What a lovely spaceship you have here. Sorry for the break in entering. I just really wanted to see what an alien spaceship is like. Какой прекрасный корабль у тебя здесь. Извини за вторжение, но мне очень хотелось посмотреть, как выглядит корабль инопланетянина внутри. You know, I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But I guess you aliens come in all shapes and sizes, huh? Короче, я-то тут надеялась, что вы, короче, выглядите зелеными и, возможно,
Thirst for Flesh. А, в общем, с жаждой плоти. Ну, я полагаю, что вы, инопланетяне, можете быть любых... любых форм и размеров, да? Hey, if you're looking to explore our planet, you need to understand it first. Otherwise, you won't know if you're stepping on grass or quicksand. В общем, если ты собираешься исследовать нашу планету, ты должна понять первое. Ты не должна наступать. Otherwise, you won't know. You will not know. Ты не будешь знать, наступаешь ты на траву или зыбучие пески. Ты, типа, не знаешь, как идентифицировать реликты? Не беспокойся. Этот, как называется, кот-повар здесь. Прекрасно. А, у меня здесь, короче, какая-то бургер-реликт за бесплатно. А, ну прекрасно. Ну отлично. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it. А, короче, ты можешь его идентифицировать, если положишь на подиум. Ладно. If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know. So keep an eye out for relics. Окей, то есть ты вот как он, если ты сможешь его идентифицировать. I've taught you everything I know about relics. Ну, короче, я тебе расскажу все, что я знаю об реликтах. Окей. If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know. So keep an eye. I've taught you. Я понял. То есть, если ты что-нибудь узнаешь, о, repair. О, прикольно. Так, вот. А. Я-то думаю, чё, как, оказывается, вот оно что. Ёлки-палки, это оказывается просто, ну ладно. Короче, сегодня мы затестим, как работает вот эта вот тема, а завтра, я думаю, ой, завтра, ну, короче, в следующий раз я затещу, как работает нормально моя это. Ага. Понятно. Ладно. Окей. Ну, в общем, ребятки, я думаю, на этом будет все. Просто слишком много. Ну, достаточно много я записал. Так что всем хороших выходных и до скорых встреч!